教所之神，大地尽所尽的神王之神，阿拉伯的神王之神，阿拉伯的主王，主王所尽就拿拉将就帮助他们教所之神，大地尽所尽的神王之神，阿拉伯的神王之神，阿拉伯的主王，主王所尽就拿拉将就帮助他们教所之神。Nagi jinzo jinbe sen namji nula benji sanjin nula shu Deva dan deve judan dan baraju ji Dunga dan dunga ji judan dan baraju ji Dunga nebe deva dan badan dan baraju ji Yerin chandan dan barave dan yun chambu nebala ju ji Piju ju ju me do chan pura As beings on this particular planet, who have как существа, проявленные на этой планете, мы воплощаемся в телах людей. Воплощение в человеческом теле имеет определенные возможности. Также у нас есть выбор использовать их, реализуя определенный потенциал, чтобы затем воплотиться уже в более высоких состояниях, более просветленных формах. Или мы можем продолжать блуждать в колесе сансары, где ум будет тянуться к более низким состояниям перерождения. Мы находимся, можно сказать, в середине, на границе, между этими двумя путями, вверх и вниз. Buddhahood is the attainment of such a state of enlightenment that there is. Состояние Будды — это состояние просветления и всеведения, способности осознавать и видеть все явления реальности в подлинном виде. Когда Будда описал различные сферы существования в круге перерождений, он говорил из этого состояния всеведения. Он описал шесть основных сфер существования в сансаре, три из которых — это нижние миры, ады, мир голодных духов, мир животных. Следующие три более высоки по отношению к предыдущим — рождение в мире людей, мире богов и полубогов. Как те, кто воплощен в мире людей, мы находимся в относительно благополучном месте по сравнению с другими.
What kind of circumstances bring about the human rebirth? Какие обстоятельства способствуют воплощению в мире людей? На определенном уровне мы все разделяем позитивную карму. Эта карма укрепляется благодаря тому, что называют 10 видов благой активности, которые имели место в прошлых воплощениях. Эти деяния приводят к воплощению в сфере людей. Это наша коллективная карма, которую мы разделяем. Однако у каждого есть элементы негативной кармы, некоторых больше, в некоторых меньше. Можно сказать, что хотя мы все проявлены людьми, людей большое количество, люди обладают разными качествами, разным способом восприятия мира. У некоторых оно более позитивно. Разница между позитивным и негативным восприятием, тем, что принято называть более счастливое и несчастливое состояние, все это исходит из кармического видения. Perhaps we could distinguish human beings on three levels. The most excellent kind of human existence. Условно можно выделить три способа человеческого существования: превосходное, посредственное или промежуточное, и низшее. Эта классификация исходит из того, насколько человек реализует духовный потенциал. Есть много людей, которые, говоря откровенно, несовершенны. У них нет интереса к развитию и знаниям. Жить в невежестве, занимаясь вредоносной деятельностью, которая вредит им и окружающим. Это можно назвать низшее существование, потому что все возможности упускаются. Будущее, которое формируется такой жизнью, более низкие формы существования, страдания. Он блуждающий в колесе сансары. The mind will continue to wander in the cycle of samsara, the cycle of rebirth. There's no escape for that kind of mind, as long as that kind of activity goes on. Which means that from the point of view of spiritual development, пока продолжается подобная деятельность, для ума нет выхода из этого обусловленного состояния. С точки зрения духовного развития, подобное воплощение — это время, потраченное впустую. Низший способ бытия в мире людей. Большинство людей живут в промежуточном состоянии посредственно. Хотя у них есть потенциал просветления, они не используют его. Они живут ни вредоносно, ни благотворно. Не делают ничего действительно стоящего. Их жизнь просто проходит. Результат соответствующий. Это перерождение ни плохое, ни хорошее. С другой стороны, есть люди, которые осознают потенциал. Они понимают, что, будучи человеком, возможно при устремленности в этом направлении достичь просветления. Просветления не только для себя,
но для всех существ. Эти люди мотивированы на духовное совершенствование, на познание и воплощение в жизнь духовных идеалов. Они наилучшим образом используют свой потенциал. Это превосходное, драгоценное воплощение. Every one of you who has come here. Каждый из вас, пришедший сюда, должно быть, проживает этот превосходный и драгоценный способ бытия с его возможностями, потому что у вас есть интерес к духовному знанию и дхарме. То, что достиг Будда, это полное устранение из ума всего невежества, эмоциональных конфликтов, всего негативного, всего, что заслоняет истинную природу ума. И когда все заслоняющее растворено, истинная природа сама по себе, без помех, это и есть состояние Будды. Это то, что является целью в буддизме — просветление, расширение, устранение негативных, мешающих, ограничивающих факторов в уме и раскрытие того, что по своей сути является невероятным потенциалом, невероятные качества ума. Это то, что достиг Будда. Это то, к чему можно стремиться, следуя его учению. Эти учения тибетцы называют внутренним учением. Мы могли бы думать о психофизической стороне, как о наличии внешнего уровня, физическое тело в материальном мире, с которым мы связаны, и внутренний уровень — это ум. Учение Будды сфокусировано главным образом на уме и открытии о том, какова природа этого ума. Традиционно тексты дхармы говорят о драгоценном человеческом рождении с разными видами свободы, 8 видов свободы и 10 различных видов возможностей. Здесь потребовалось довольно много времени, чтобы подробно объяснить это. Поскольку все вы образованные люди, вы можете сами обратиться к текстам и изучить их более глубоко. Один из текстов по этой теме — драгоценное украшение освобождения Гампопы. Те, кто хотел бы узнать конкретные качества, составляющие драгоценного человеческого рождения, должны обратиться к этим текстам. Важно ценить человеческое воплощение, практиковать какую-либо духовную дисциплину, которая действительно поможет вам реализовать духовный потенциал. Как сказал Шантидева,
Однажды получив эту возможность, которую так трудно получить, если кто-то не использует это сразу, пока эта возможность есть, как можно надеяться иметь эту возможность в будущем? Дело в том, что хотя сейчас мы достигли этого существования, мы не можем быть уверены в том, что в будущем всегда будет так. Возможно, это нечто редкое. Если мы не воспользуемся этой возможностью, которая есть сейчас, у нас может не быть другого шанса. Basically, the way in which we behave, or the way in which we act in this world, is either physically, verbally, or mentally. То, как мы ведем себя, как действуем в этом мире, физически, вербально, ментально, говорим ли мы о негативных явлениях, негативных действиях, усилении негативных кармических тенденций, говорим ли о позитивных, о положительных кармических тенденциях, мы всегда говорим о действиях на уровне тела, речи и ума, которые усиливают эти положительные или отрицательные тенденции. Важно понимание того, что между действиями человека и его опытом существует причинная связь. Действия, совершаемые человеком, — это как причина, ведущая к опыту как следствие. Как только у человека появляется убеждение, у него появляется основание для нравственного выбора в вопросе о том, какое действие будет благим, неблагим, какое будет вести к позитивным следствиям, какое вредить. Это понимание основы для деятельности. Понимание закона кармы дает ключ к выбору вектора действий. Speaking particularly about the practice of Buddhism, говоря конкретно о буддийской практике, как об одном из духовных путей, first step in this practice is the taking of the vow of refuge. Первый шаг в этой практике — принятие прибежища. From that point on, is the foundation for one's path. It really goes without saying. С момента принятия прибежища человек продолжает принимать его как основу пути. Сущность обета прибежища является доверие трем драгоценностям. If one has no faith in Buddha, Sankhya, as a teacher, or Buddhahood as a spiritual goal in the first place, если человек не имеет доверия Будде как учителю, не ставит состояние Будды как духовную цель, то не будет доверия учениям, которые были даны Буддой. Без доверия этим учениям человек не будет их практиковать. Если попытается, то не продвинется далеко. Когда у человека есть вера и доверие, как источнику благословения, так и пользы, это известно как прибежище. Рассматривая разные аспекты просветления, состояния просветленного существа, мы увидим, что даже на материальном уровне is to understand that, for example, even on the physical level, the physical form of completely enlightened being is marked by 112 different marks of perfection, major and minor, which distinguish it from ordinary human Бога. Form, or even the form of a god. Речь просветленного существа наделена 60 качествами, которые делают его совершенным с точки зрения духовного общения.
And the mind of such a being is endowed with Ум такого существа наделен 32 различными качествами и аспектами, которые отличают его от ума обычных существ. Это потенциал того, кто имеет прибежище в Будде. This then is the jewel of Buddha, the first of the three jewels. Это и есть драгоценность Будды, первая из трех драгоценностей. And this refers to the wealth of teachings that Buddha Shakyamuni gave from this state of omniscience. Это относится к обширному наследию Будды Шакьямуни, которое он дал из состояния всеведения. And in order to это состояние позволяло видеть состояние существ и передавать им знания, которые могут принести пользу. Будда дал комплексную глубокую систему учений. Традиционные тексты насчитывают 84 тысячи учений, которые соответствуют 84 тысячам различных состояний эмоционального вмешательства, от которых существа могут страдать. Эти учения помогают осветить заблуждение, подводя к просветлению, которое является драгоценностью Дхармы. Когда кто-то принимает прибежище в Дхарме, он принимает прибежище во второй драгоценности. Здесь есть два аспекта. Первый аспект Сангха — это собрание людей, которые практикуют определенные методы и переживают хотя бы часть истинных учений на себе, действуют как проводники, как те, кто могут дать совет. Следующий аспект более возвышенный. Он относится к тем существам, кто благодаря своей практике достигают очень высоких уровней реализации. От первого до десятого уровня ступени бодхисаттвы. Эти существа называют благородной или возвышенной сангхой. Принимая прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, человек принимает определенные духовные принципы. Это действие, приносящее много пользы. The three jewels then represent this source of compassion and blessing. Источник сострадания и благословения можно понять, представив заботу матери о детях. Представьте, как мать заботится о своем единственном ребенке. Но этот источник сострадания и благословения распространяется на всех существ. Это не нечто избирательное. Можно сравнить это с крючком. Все, что необходимо, это определенное доверие в уме практикующего, которое подобно кольцу. Тогда связь устанавливается. Без открытости, доверия эта связь не может быть установлена. Так, когда человек принимает прибежище с доверием и открытостью, устанавливается подобная связь. Он открывает себя для источника благословений и благ, которые ощущаются не только в краткосрочной перспективе, помощью в решении проблем, преодолении страданий и боли этой жизни. Это нечто, что охраняет ум от падения в низшие перерождения, привлекает ум к высшим состояниям и в конечном счете к просветлению.
Так, зарождение открытости к знанию дает удивительные плоды. And can be understood on a number of levels, short term and long term. Another aspect of taking refuge in the three jewels with this attitude of faith and trust. Еще один аспект принятия прибежища в трех драгоценностях с подобным доверительным отношением заключается в том, что эта позиция свободна от опасности и строгих предписаний жизни. Человек может продолжать быть деятельным в миру. Его работа и привычная жизнь не являются препятствием. Также это не тот случай, когда человеку отказывают в приверженности другим духовным традициям. В этом мире существует множество разных учений. Будда говорил, что все они могут рассматриваться как активность, проявление просветленного состояния Будды, выражающего себя посредством разных обстоятельств, для того, чтобы удовлетворить духовные потребности разных людей. Не нужно, принимая прибежище, отрицать других духовных учений и говорить, только это правда, все остальное ложь. Если кто-либо принял прибежище, вполне уместно иметь веру в другую религиозную систему и даже практиковать ее, понимая идентичность целей. Между одной и другой религией существует тождество цели. Так, принятие прибежища не накладывает подобные ограничения. Когда учение Будды появилось в Индии, Тибет не был духовно развитой страной. Наоборот, это была достаточно варварская страна. Начался процесс привнесения этих духовных ценностей в сознание жителей Тибета, наполнение их культуры духовными традициями. Это происходило в течение длительного периода времени, благодаря усилиям ряда людей, некоторые из которых были просвещенными правителями. Некоторые цари Тибета считаются воплощенными бодхисаттвами, которые передавали учение среди людей. Некоторые тибетцы проходили обучение, становясь учеными и переводчиками. Они отправлялись в Индию, чтобы изучать там буддизм и привозить тексты. Некоторые люди были мастерами индийской буддийской традиции, которых пригласили в Тибет, и которые работали с учеными и переводчиками. Медленно шел процесс определенной ассимиляции. Так, знания постепенно проникли в Тибет и прочно утвердились в тибетской культуре.
Due to these teachings coming to Tibet, individuals such as Milarepa. Среди тех, кто принес учение в Тибет, был Миларепа, который достиг полного просветления за одну жизнь. Миларепа не был единственным. Количество достигших просветления благодаря этим учениям бесчисленно. Люди также становились более образованными, становились учеными в светских и духовных науках буддийской традиции, такие личности, как Сакьяпандита и другие. Были также выдающиеся учителя, такие как Цанкапа и другие. Эти люди воплощали идеал духовной практики с точки зрения трех колесниц — Хинаяна, Махаяна, Ваджаяна. Элемент Хинаяна — это дисциплина и строгий контроль образа жизни, контроля внешних действий. Махаяна — это внутренний уровень, альтруистическая мотивация. Тайный уровень — это опыт, порожденный тантрической практикой. Так учение Будды смогло утвердиться на земле тибетского народа, благодаря таким личностям, как Сакьяпандита, Миларепа и Цанкапа. At a certain point in recent time, certain circumstances developed which, on the one hand, indicated a deteriorating merit. В последнее время возникли обстоятельства, которые указали, с одной стороны, на ухудшение заслуг в Тибете, с другой стороны, указали на возрастание заслуг и восприимчивости к знанию людей Запада. Из-за политических препятствий представители буддийской традиции были вынуждены бежать из своей родины, отправиться в изгнание из-за военной оккупации Тибета. Это такие учителя, как Далай-лама, Гьялва Кармапа, Дорджей Ринпоче, Сакья Трендзин Ринпоче. Многие люди, учителя, смогли покинуть Тибет в поисках свободы для своей духовной практики и преподавания в таких странах, как Индия и Непал, в пограничных районах вокруг Тибета.
Для того, чтобы объяснить распространение учения Будды на Западе, нужно вспомнить один из значительных уровней — кармический. В настоящее время на Западе существует определенная заслуга, полученная вследствие благих поступков прошлых жизней. Очевидно, существует связь с дхармой, которая проявляется снова в этой жизни. Люди снова вступают в контакт с этой связью. Which is manifesting again in this life, and people are coming into contact again with this connection with the three jewels. Но так или иначе, мы также не можем игнорировать влияние христианской традиции в западном обществе. Эта традиция давала невероятное богатство западной цивилизации. Она наполнила ее такими понятиями, как вера в Бога. Это качество доверия, как основы для духовного развития, заложило основу для сострадания, гуманной, альтруистичной мотивации. Оно дало основу для нравственности и дисциплины, великодушия, милосердия и так далее. Христианство столь же ценно для буддизма, что во многих случаях мы рассматриваем одно и то же в разных формах. Существует такое сходство, что оно кажется тождеством, и это то, что помогло распространению буддизма на Западе. Поэтому умы людей уже открыты для этих концепций. На Западе хороший уровень образования. Люди многое знают о мире, в котором живут, способны анализировать информацию и учиться, когда они встречаются с таким учением, как буддизм. Во многих случаях они весьма впечатлены тем, что встречают учение, которое очень подробно описывает основу духовного пути. Путь и результат, к которому ведет этот путь, не выглядит сказкой. Это то, что действительно может быть подтверждено и пережито на собственном опыте. Это впечатляет. Люди достаточно разумны, чтобы понять глубину, увидеть то, что они находятся в контакте с чем-то действительно полезным. В течение того времени, что мы здесь, в учебном центре, наша основная задача, я имею в виду практики, которые будут проводиться, это фазы медитации, известные как шаматха и випашана на санскрите, или шине и мхатонг на тибетском, успокоение ума и прозрение в природу ума. Мы будем также иметь дело с подходом Махамудры. Сейчас важно понять, что в любом подходе к духовной практике или медитации любая конкретная техника требует понимания природы ума или ее эффективности. Потому что именно ум испытывает процесс медитации, именно умом вы совершаете духовное упражнение. И чем больше вы понимаете природу ума, с которым работаете, тем более эффективной будет практика. Если у человека нет этого базового понимания, это подобно тому, как пойти собирать листья с чужих деревьев, вместо того, чтобы вырастить собственные.
Если человек заботится о корнях, о стволе, тогда листья появляются естественным образом. Не нужно искать их в другом месте. Так происходит, если человек понял фундаментальные основы. Самый фундаментальный аспект учения Будды — это карма, закон причины и следствия. Но понимание природы ума — это еще более фундаментальный аспект. Без понимания природы ума сложно убедиться в том, что закон кармы на самом деле работает. Трудно подтвердить для себя истинность кармы без понимания природы ума, который испытывает карму. Это понимание очень полезно, как на уровне теории, так и на практическом уровне медитации. Когда мы говорим о сансаре, цикле перерождений, обусловленного существования, мы можем интерпретировать это понятие на нескольких уровнях. Есть внешний, общий смысл сансары, который рассматривает цикл перерождений с участием различных состояний высшего и низшего перерождения, возникающего в результате позитивных или негативных действий, положительной или отрицательной кармы, непрерывный процесс перерождения ума в той или иной реальности из шести, в непрерывном бесконечном цикле. Это внешний аспект сансары. Есть также внутренний аспект, который описывается как 12 звеньев взаимозависимого существования, 12 недан, начиная с фундаментального невежества, которое ведет к кармическим формациям, которое развивается в деление себя и других, развивается в сенсорную структуру ума, переживающую различные явления различными способами через чувства. Это ведет к контакту ума и воспринимаемого объекта. Это приводит к ощущению, влечению, цеплянию за ощущение. Цепляние приводит к своего рода воле со стороны ума стать, принять рождение, что приводит к процессу физического рождения в материальном теле, что влечет за собой и процесс старения и умирания, то есть возвращение в этот круговорот, которое было источником всего процесса. Можно смотреть на сансару либо на внешнем уровне, либо на внутреннем, от жизни к жизни. Но в любом случае человек смотрит на определенные замкнутые контуры обусловленного или непросветленного существования. Но независимо от уровня, о котором вы говорите, это именно ум испытывает все это. И поэтому весьма полезно узнать о природе этого ума, который создает все переживания, проживает разные уровни сансары.
Все мы находимся в одной ситуации. У нас есть то, что мы переживаем, и то, что мы называем нашим умом. У нас есть понимание, у меня есть ум. Но мы никогда не пытались понять, что является умом, а что нет. Понять его природу, пережить на опыте. As long as one doesn't have that kind of understanding, пока у человека нет опыта понимания этого, он сталкивается с проблемами. Это связано с отсутствием прямого опыта медитации. If one's practicing meditation without that basic understanding, без этого понимания и опыта медитации будет ограничена в своей способности приносить пользу. Это подобно тому, как когда кто-то сидит в комнате, в которой холодно и хочет согреться, поэтому он решает выйти на улицу, чтобы разжечь костер. Это нормально, если вы на улице, но это не поможет внутри комнаты, когда нет этой внутренней реализации, над которой мы работаем в медитации, мы заняты поиском чего-то где-то в другом месте, а не тем, что присуще природе нашего ума. В тексте Гампопы «Драгоценное украшение освобождения» есть 6 частей. В первой части описано то, что называют Татхагата-гарбха, природа Будды, природа ума, как она есть, как причинный фактор, потенциал просветления. В одной из сутр Будда сказал, «Татхагата-гарбха, природа ума, пронизывает каждое живое существо. Это фундаментальная природа ума и то, с чем человек работает в медитации. Он может пережить это на опыте. Понимание того, что это Татхагата-гарбха и подлинная природа ума — это одно, крайне полезно в любой ситуации, будь это формальная практика медитации или любая повседневная активность. When we speak about mind, we're speaking about that which conceives of I. Когда мы говорим об уме, мы говорим о том, что представляет собой я, то я, которое мы имеем в виду, говоря: я счастлив, мне грустно. Мы говорим о переживаемом опыте.
Это любая мысль, эмоция, ощущение, которое вообще возникает. Но что именно мы описываем, когда говорим о самом уме, а не о его содержании, конкретную мысль или конкретную эмоцию? Каков ум сам по себе? Мы говорим об уме как о том, что пусто и неосязаемо. У него нет никаких ограничивающих характеристик, которые мы могли бы использовать, чтобы его описать. У него нет формы, нет цвета, нет размера, нет местоположения. Ум сам по себе не проявляет себя в соответствии с этими свойствами. Чтобы дать приближенное представление, мы называем слова. Есть терминология, которую мы используем. Но мы не можем сказать: мой ум пуст, как пространство. Что-то происходит в уме, проявляется ясность или светимость. Это не та яркость, которую мы представляем, когда думаем о солнечном или лунном свете, от электрической лампы или свечи. Это не визуальное ощущение сияния. Ум светоносен в том смысле, что у него есть потенциал испытывать разный опыт. Тот факт, что мысль или эмоция может возникнуть в уме, это и есть светоносная природа. И это еще не все. Мы также должны понять, что ум не только то, что может проявляться. Но он действительно проявляется. Он проявляется, как бы это мы ни называли. Осознание, познание, разум. Это незнающее препятствие, динамичное свойство ума, которое является его проявлением. Когда мы говорим о природе ума, мы говорим о его сущностной пустоте, его светоносной природе, его свободном динамическом проявлении, как сознание. А затем мы соединяем это вместе и называем ум, как удобное слово. Но говоря об уме, природе ума, мы говорим об уровне нашего опыта. This empty, luminous, dynamic nature of mind. Это сияющая динамическая природа ума является чем-то, что не подвержено рождению и смерти. На этом уровне мы не говорим о чем-то, что возникло в один момент и умрет в какой-то другой. Всегда есть основа. Это природа ума. И всегда будет подобная основа. В этом смысле ум вечен. Это не то, что подвержено переменам. Он постоянен в том смысле, что не имеет ничего общего с рождением, смертью, изменением. Он просто не ведет себя в соответствии с этими свойствами. Поэтому с таким определением термина можем сказать, что он вечен. Непостоянство, которое мы переживаем рождением и смертью, это поверхностный слой, проецируемый явлением в самом уме. Это уровень не природы ума, а иллюзии и проекции, которые ум испытывает на более поверхностном уровне, на уровне, где проявляется непостоянство. This nature of mind, this empty, clear, and unimpeded state of awareness. Природа ума, ясное состояние сознания — это то, что называют Тадхагата Гарбха, природный потенциал просветления, который содержит в себе все качества полного просветления.
all of the qualities of complete enlightenment. We often hear Buddhahood, complete enlightenment, described in the three kaya. Мы часто слышим о том, что состояние Будды описывают как три кая, три тела Будды: харма кая, самхога кая, нирмана кая. An absolute, formless level of experience, a level of pure form and a level of уровень без форм, чистой формы и уровень непостоянного физической формы. The essential emptiness of mind, its intangibility. Сущность ума — это неосязаемость, источник всех невероятных возможностей и качеств. Дхармакая. Сияющая природа ума содержит ключ ко всем качествам самбхогакая. Динамическое, свободное от препятствий осознания, проявление ума, уровень нирманакая. Поэтому в самой природе ума все качества и аспекты полного просветления присутствуют как часть природы ума. If we have this Tathagata Garbha, this Buddha nature, this empty, clear, and unimpeded nature of mind. У нас есть Тадхагата Гарбха, пустотная природа ума, подобная чистой воде, подобное сиянию солнца в небе. Почему же мы не просветлены? Что это за уровни заблуждения, которые скрывают этот опыт, не позволяют нам быть просветленными? Первый из этих уровней замешательства — невежество, на котором просто отсутствует подобный опыт. Ум не видит себя, не испытывает непосредственно своей природы. Это отсутствие прямого опыта, неведения, незнания. На основе этого возникает дальнейшее заблуждение. Вместо прямого осознания пустоты ума происходит искаженное восприятие, верящее в самость, эго. Ума есть тенденция воспринимать себя и других как отдельные независимые явления. Ум всегда воспринимал вещи подобным образом, и до сих пор есть привычка, рефлекс ума, воспринимать вещи с точки зрения себя и других по отдельности. Это привычная тенденция дуалистического цепляния. Once one already has that dualistic framework, then the динамическое качество ума, его беспрепятственное проявление к осознанию, выражает себя как эмоциональная реакция субъекта по отношению к объекту. Это может быть выражено как приятное переживание, притяжение, желание чего-либо, что воспринимается как заманчивое и привлекательное.
Это может быть переживание отвращения, желание дистанцироваться, если нечто воспринимается как угроза, отвратительное. Всегда есть качество некой притупленности ума, потому что ум не осознает, что на самом деле происходит. Ум воспринимает все происходящее как реальность, субъект, объект, эмоция. В этом есть фундаментальное искажение того, что на самом деле происходит. Сама по себе природа ума пуста и чиста. Это основные эмоции, которые мы можем отличить от притяжения, отвращения и глупости. Конечно, не все так просто, потому что из притяжения возникает жадность. Из отвращения возникает паранойя, из глупости — гордость. In fact, the texts speak of this development of emotional complexity as. Писание говорится о развитии эмоциональной совокупности. Рассмотрим это на примере привязанности. Привязанность может иметь множество форм: к себе, к чему-то другому, к форме, к звуку, к запаху, к вкусу, к текстуре. Есть много разных способов, в котором эта привязанность может выражать себя. Традиционные тексты говорят о 21 тысяче различных способов. Тысячи видов отвращения и глупости. 21 тысяча ситуаций, в которых все три действуют вместе. Так, суммируя, пришли к цифре 84 тысячи состояний эмоционального замешательства, что означает, что, будучи непросветленными, мы являемся собранием эмоционального замешательства, и весь этот уровень такого замешательства является третьим уровнем затемнения в уме, то есть это эмоциональный конфликт, который затуманивает прямое переживание природы ума, как она есть. With this emotional confusion as the causal factor, as the basis, we behave. С подобной эмоциональной запутанностью люди ведут себя определенным образом. Физически, вербально, ментально люди могут вести себя неумелым образом. Забирают жизнь, присваивают себе чужое, говорят ложь. Порождают разногласия своей речью. Мы можем создавать разные виды негатива умом. Эти действия устанавливают и укрепляют шаблоны, тенденции. Это то, что называют карма. Это тенденции, которые устанавливаются действиями, побуждают к определенным переживаниям в будущем. Именно этот кармический процесс является причиной и следствием взаимоотношений между действием и опытом, которые создают цикл самсары. Это кармические тенденции, которые работают вместе, порождая все эти переживания, которые мы проживаем как непросветленные существа в любом из шести царств существования в самсаре. Mm-hmm.
Если мы спросим, как такой чудесный разум, пустая, ясная, беспрепятственная природа, связан со всем этим, в какой момент это началось? Мы обнаружим, что это довольно бессмысленный вопрос. На самом деле невозможно найти какую-либо точку, в которой это начало происходит. Это всегда происходило, как ум существовал. Было это фундаментальное невежество, дуалистическая двойственность, симуляция или запутанность, карма. Это всегда было в природе ума. Но одновременно природа ума выше этого. Тем не менее, столько, сколько существует ум, столько существует и подобное невежество. В качестве примера подойдет золото. Как только у вас есть чистое золото, у вас есть и потускнение, которое образуется на поверхности золота. Это просто часть химического состава золота. Его поверхность тускнеет сразу же. Тот факт, что есть золото, означает и то, что оно начинает тускнеть, окисляться. Или мы могли бы думать об этом более конкретным образом. Вспомним такое явление, как глаз. Глаза, которыми мы обладаем, могут видеть все нюансы вещей, даже очень маленькие детали. Глаз может видеть абсолютно все, кроме самого себя. Он никогда не был в состоянии видеть самого себя и не будет. Наш ум просто не работает таким образом. Он просто не видит себя и никогда не видел себя. That is the situation we find ourselves in. Цель всех практик и подходов к дхарме состоит в том, чтобы устранить эти четыре уровня запутанности и омрачения в уме. Фундаментальное невежество, дуалистическое цепляние, эмоциональная запутанность и карма. Как только эти четыре уровня устраняются, природа ума проявляется, свободное самовыражение. Невероятный потенциал, присущий уму, просто появляется. Если вы очистите небо от облаков, солнце засияет. Больше ничто не мешает ему. Оно может просто выражать присущий ему потенциал, качество тепла и света, без каких-либо препятствий. Мы говорим, описывая путь к просветлению, мы говорим о пяти путях, пяти накоплений, применений, видений, медитации и окончательного достижения. Если мы говорим о десяти уровнях бодхисаттвы, которые на санскрите называются десять бхуми, это основа для эмпирических правил. Разделение пути на пять путей, десять уровней и так далее происходит потому, что большая часть этих четырех уровней омрачений была устранена. Большая часть невероятного потенциала ума может свободно выражать себя, и поэтому существует своего рода баланс. Баланс выражается в том, что сколько омрачений и негативной путаницы устранено, настолько выражается изначальный потенциал. Здесь есть прямое соответствие. So there is a one-to-one correspondence here. And it's on that basis that there are distinctions made of first level, second level. Именно на этой основе делаются различия между первым уровнем, вторым и третьим. Сосо, сайдинас, петок, я пошел сюда. Сайдапи, чала,
With this understanding of the nature of one's mind, the Tathagata Garbha, the Buddha nature, even with a slight understanding of this, при таком понимании ума, природы Будды, даже при небольшом понимании, человек обнаруживает, что есть вера и уверенность с одной стороны, доверие к качествам состояния Будды с другой стороны, возрастают, потому что человек осознает, что не присуще его природе ума. Всеведущее сознание, высшее сострадание, вся эффективная деятельность, вся способность предоставить прибежище, качества, присущие состоянию Будды, присущей природе ума. Понимание этого помогает обрести уверенность в этом, обрести больше доверия к состоянию Будды. Понимание природы ума помогает стать более сострадательным по отношению к другим существам. Которым не хватает этого осознания. Отсутствие осознания, которое является основной ошибкой, которую совершает каждое существо. If one approaches meditation with this basic understanding of Если кто-либо подходит к медитации с базовым пониманием Татхагата Гарбхи, природы ума, природы Будды, тогда медитация становится более эффективной. Первая фаза медитации называется шине на тибетском или шамадха на санскрите. Шине — спокойствие, стабильность. Когда ум способен устранить отвлекающие факторы, влияние мыслей, эмоций, он может пребывать в состоянии пробужденности. Тогда ум спокоен, умиротворен, освобожден от беспокоящего влияния мыслей и эмоций. Это состояние собранности, сфокусированности внимания. Первая стадия. Второй этап на тибетском называется лхатонг или випашьяна на санскрите. Это значит, что не только присутствует спокойствие и устойчивость ума, ум начинает видеть более глубоко в его собственной природе. В конечном счете это приводит к состоянию, известному как махамудра, высшему из всех возможных. Now the Mahamudra approach is divided into three stages as well. The first of these is Mahamudra также выделяют три этапа. The second of these is первый является основой, второй путь или процесс, третий плод или результат. The ground aspect of Mahamudra, the foundation, переживание основы происходит, когда практик впервые соприкасается с опытом природы ума. Это просто проблеск, но это то, что не сбывается.
Это важный момент опыта человека. И далее, если мудрый поддерживает этот опыт, совершенствует его, он реализует путь Махамудры, который делится на 4 основных уровня с 3 подразделениями, каждый из которых составляет в общей сложности 12 уровней опыта. Эти 4 уровня называются однонаправленность, фокусирование внимания, простота, единый вкус, опыт соединения субъекта и объекта так, что нет разницы. Четвертый уровень — не медитация или за пределом медитации. Каждый из этих 4 уровней имеет 3 уровня интенсивности. Есть начальный, низший, промежуточный, интенсивный, после которого человек воспринимает следующий уровень опыта. Так, это традиционное описание того, как путь Махамудры разворачивается для практикующего, ведущий в конечном счете к плодотворному результату, просветлению. Это возможно для каждого, потому что у нас есть природа ума сама по себе как основа. У нас уже есть потенциал для просветления. Все, что происходит в практике шамадхи, випашаны, махамудра, это реализация этого потенциала. If we compare this pure nature of mind, the Tathagatagarbha, this Buddha nature, если мы сравним это с природой ума, Тхагатагарбхой, пустой, ясной, свободной природой сознания, если мы сравним это с чистой водой, then the levels of confusion that we were discussing, fundamental ignorance and dualistic clinging, тогда фундаментальное неведение, дуалистическое цепляние и карма — все это подобно грязи, брошенной в чистую воду. Это то, что в данный момент затуманивает прозрачность или чистоту, так что ее нельзя увидеть в непосредственный момент. То, что мы переживаем, — это смесь чистоты и нечистоты. Природа ума и все эти наслоения — сложная тема. Вся эта идея о чистоте и нечистоте, как эта смесь работает, как мы себя переживаем. Вместо того, чтобы тратить больше времени на объяснение, так как мы уже достаточно об этом поговорили, последние 5 минут проведем больше медитации с идеей об обнаружении природы ума, как она есть. Первый кармапа Дюсун Кенпа говорил: если вы желаете, чтобы ум отдыхал в своем изначальном состоянии, начните с правильной позы. Тело и ум связаны. Поза с прямой спиной важна особенно в начале для развития медитации. Как сказал Гампопа, когда ум в неискусственном состоянии, он пребывает в блаженстве, как если бы вода не волновалась и не мутнела, она кристально чиста. Позвольте ему отдохнуть в этом состоянии естественного расслабления, без каких-либо ухищрений. Чула палана матас, ромаса чус, ромаса джана,
There is no need for one to look for не нужно искать ум, направляя внимание вовне или внутрь, просто позволяя ему покоиться в собственной природе. Его нужно просто открыть, позволяя ему расслабиться в истинной природе. Relax in that true nature. The mind at this point should not be dull or clouded or obscured as though the spark of awareness had disappeared. Because this experience is not only one which is essentially intangible or empty, but is also one which is imbued with a luminous quality or clear, transparent quality. There is this spark of awareness. The fact that this experience is one of an intangible nature, that one does not find in looking for the mind any kind of color or shape or form or size, or anything tangible that can be described as mind itself. This is what is meant by saying the mind is essentially empty. Not only is there this fundamental intangibility, this emptiness to the experience, but there is also the luminosity of mind, the clear nature of mind, in that the mind could or can give rise to any experience, see any form, hear any sound, think any thought. The fact that this is the case, that there can be this experience, this potential, is the luminous clarity of the mind. Этот опыт имеет неосязаемую природу. В поиске ума не найдешь ни цвет, ни форму, ни размер, ни что-либо осязаемое, что может быть описано как ум сам по себе.
seeing form, hearing sound, thinking thought. This expression, this manifestation of mind, the ability of mind to express itself, вот что имеется в виду в фразе «ум пуст». Существует не только эта фундаментальная неосязаемость, эта пустота опыта, но также есть светоносность ума. Ум может породить любое явление, любую форму, слышать любой звук, думать любую мысль. Этот потенциал есть сияющая ясность ума. Из этого состояния сознания пустого и светлого ум может выражать себя любым способом. Видением форм, восприятием звуков, порождением мыслей. Все это способность ума выражать себя. Это беспрепятственный и динамический аспект ума. Это состояние пусто и ясно, природа ума как есть. Чтобы как-то обозначить о чем речь, мы называем это природой ума, Титхагатагарбха. Мы приближаемся к этому опыту через проблеск того, что это, как будто. Мы видим на расстоянии, человек идет к нам, но очень далеко. Сложно различить с уверенностью. А затем, когда он начинает приближаться, мы видим точно, да, это человек. Эта форма не может быть чем-то иным. Так вы начинаете получать первый проблеск, который более-менее соответствует уровню, над которым мы работаем. Мы получаем проблеск того, что может произойти, когда человек развивает медитацию и очищается от омрачений, негатива, который блокирует этот опыт. Тогда он может распознать природу ума так же, как увидеть человека навстречу идущему и сказать: «Я знаю, кто ты». Этот момент, в котором многое происходит, происходит настоящее понимание природы ума. После этого мы ступаем на путь Махамудры. As a closing note for this evening, before we conclude with the prayers to dedicate the merits. В качестве заключительной ноты на этот вечер, прежде чем мы закончим с молитвами, чтобы посвятить заслуги этой практике на благо всех существ, стоит иметь в виду, что эта концепция Титхагатагарбха чрезвычайно важна. Ее переживание является очень важным моментом. В Сутре Высшего Освобождения Будда говорил: «Если кто-то из моих учеников в будущем найдет возможность говорить другим о природе ума, о Титхагатагарбхе, которой обладает каждое существо, тогда вся моя добродетель будет вознаграждена. Все усилия, проявленные на пути к просветлению, будут более чем вознаграждены тем, что кто-то даже просто упомянул об этом другу, что существует природа ума, и она может быть открыта через практику дхармы. Buddhahood is the attainment of
Состояние Будды, достижение такого состояния просветления, в котором есть аспект всеведения, способности осознавать и видеть каждый аспект реальности. Поэтому, когда Будда Шакьямуни описал различные сферы существования в цикле перерождений, Будда говорил из этого состояния всеведения, описывая основные шесть сфер существования в самсаре. Три из них являются более низшими — миры ада, голодных духов, животных. Остальные три являются высшими — рождение в мире людей, богов и полубогов. Как люди, мы обладаем благой возможностью к жизни в более высоком мире. Thank you.